Выставка-конкурс пасхальных поделок, созданных учениками начальных классов с польским языком обучения, мероприятие традиционное, проходит накануне католической Пасхи. В этом году преамбулой конкурсу стало выступление школьников перед почетными гостями из Генерального консульства Республики Польша и руководством школы. Дети пели праздничные песни на польском языке, а также продемонстрировали присутствующим национальный польский танец «Краковяк». Генеральное консульство Республики Польша уже 25 лет сотрудничает с руководством 9-й школы. Именно столько времени в этом учреждении образования существуют начальные классы с польским языком обучения. Помощь в передаче художественной литературы, учебников и другого методического материала, организация тематических мероприятий и поездок в соседнюю Польшу. Руководство консульства всегда идет навстречу в этих и других вопросах. 9-я школа является исключением во всей Брестской области. Это единственное учебное заведение, где идут обучение на польском языке, что для нас очень важно, поэтому мы уделяем особое внимание именно поддержке этого процесса. Знаем, что спрос большой и не всегда можно удовлетворить все нужды, но мы стараемся во всех отношениях. То, о чем нас попросит школа, уважаемый госпожа директор, всегда мы выходим на встречу. Сегодня в 9-й школе 48 учеников начальных классов изучают почти все предметы, кроме русского, белорусского и английского, пения и физической культуры на польском языке. Это дети и из смешанных семей, и из обычных белорусских. Каждый год специализированные классы пополняются еще 10-15 новыми школьниками. Обучение проводят 4 учителя. 3 из них – гражданки Беларуси и 1 – подданная Республики Польши. Речь идет об Ирене Йодле, которая работает в 9-й школе 3-й год и отмечает высокий уровень знания у детей. Они уже в 3-м классе разговаривают со мной на польском языке. Им интересны польские традиции, читают книжечки, так как у нас в классе есть библиотека, богатая библиотека. Там и русские, и белорусские, и польские книги тоже находятся. Вообще родители и детки довольные. У нас работают программы сотрудничества с учреждениями образования Республики Польша. Это 2 учреждения образования в городе Бяла-Подляска и учреждение образования в городе Гайновка. В рамках сотрудничества, в соответствии с программами сотрудничества, конечно, посещаем эти учреждения образования со спектаклями, например, с различными спортивными, физкультурными мероприятиями. Что ждет учеников польских классов в этом году? Пока секрет. В планах организация ознакомительных поездок брестских школьников в Польшу на летние каникулы, а также экскурсионных туров. Уже через месяц, в мае, по программе «Мы сябруем и гуляем разом», брестские ученики поедут в город Гайновку, где обменяются знаниями и традициями о культуре своей страны с польскими школьниками.